Ребята, привет! Вот приехали мы в центр Сочи. Тут Алены, у Алены дела. Я вот ее жду тут на Лабинской. Стою во дворах. Вот моя машина. Видите, вот она торчит. Где палец мой. Вот. Парковаться здесь можно только по отчетным дням. Иначе эвакуация. Вот я, в общем-то, стою на этой стороне. Тут надо всегда аккуратно быть. В этом вопросе. Тут везде повсюду кордоны полиции, казаков. Но пока вроде все нормально, так что будем надеяться, что и дальше будет так же. Такая вот красивая пальма. Отцветают они уже. Видите? Скоро осыпятся эти желтые цветы. Будут просто пальмы. Вот так вот приходится иногда собак переводить. Ребята, привет! Вот я тут сегодня на Лабинской. Надо было приехать сюда. И тут вот нашел его проход, видите, разорванное место здесь. Отцепление разорвано, везде стоят казаки. А здесь можно пройти. А в этом же доме, вот на Лабинской 16, с другой стороны уже казачий наряд стоит. И тут вот народ проходит. Так что вот так вот маленькими перебежками двигаемся по городу, по своим делам, хоть и как бы попадаешь в коридор между 10 и 16, и тем не менее, видите, прятаться от оккупантов. Я сидел на лавочке, и тут прошли несколько патрулей, полицаев. Я слинял, вот сейчас, короче, отсиживаюсь во дворе, жду Алену, сейчас она должна вернуться. Даже не знаю, надо придумать какую-то, видимо, легенду о том, почему я здесь нахожусь там и так далее. Еще пока не придумал. Надо что-то придумать, сослаться там, не знаю, может быть. Ребята, вот сейчас, допустим, нас двое, да? Нельзя говорить, что я кого-то ее привез, допустим. Надо говорить, что я приехал делать УЗИ, допустим, да? Какой-то медицинский центр. Такая будет идея. Сейчас я погуглю ближайший медицинский центр и попробую придумать себе легенду. В общем, ребята, я придумал легенду себе, значит, что я был в медицинском центре Вегамед на Новогинской 13, а сейчас иду домой. Или еду домой, в зависимости от того, где меня остановят. Если около машины, значит, еду. Если здесь где-нибудь во дворе, значит, иду домой. Делал УЗИ. Вот так вот приходится придумывать легенды для того, чтобы выжить. Рассказал Алене об этом, ну, об этой легенде. Вот если ее будут останавливать, она сейчас там на Новогинской, за этим домом находится, а там патрули ходят. Все ее остановит, значит, она это будет рассказывать им. Такие вот дела. Мы не унываем, наверное, продержимся как-то. Не знаю, как дальше мы будем, короче, в этой системе выживать. Потому что это же, если затянется надолго, то эти вот легенды, они их все равно прочухают и будут, видимо, все равно какие-то, ну, террористические действия проводить против нас.